Радио 54. And you don't have to be so close. Okay, yeah. 1, 2, 3, and. Hey, pretty baby, with the high heels on. You give me fever like I never ever know. You're just a product of loneliness. Cause you're the one for me. Way you make me feel. The way you make me feel. The way you turn me on. The way you turn me on. Прикиньте, они втроем это делают, а когда их шестеро, это просто влет. Да, ну сегодня трое, да. Дело в том, что мы берем такую музыку, которая, на наш взгляд, может понравиться публике. Которая заводит, которая качает, и, в общем, именно с ней мы работаем. То есть то, что нравится нам и понравится широкой публике. Mm-hmm. And we feel like we try to do a lot of different kinds of music, so different audience members with different tastes mm-hmm. can all have a good time. Да, и мы, конечно, учитываем и стараемся в нашем репертуаре подобрать разные жанры, чтобы, ну, на любой вкус в аудитории, кто бы ни пришел, обязательно нашел и вынес что-то для себя на наших концертах. Как происходят репетиции ваши? Как вы разучиваете, раскладываете yeah, по партиям? Yeah, that's an interesting inside information. How do you learn to sing the new song? So you just make this, you sing this note. Well. Yes, we have several members of our group who make kind of a blueprint, a rough outline of what to sing, and then we all get together and decide whose voice will sound the best doing different pieces. Ну, у нас есть, да, в нашем дружном коллективе, у нас есть люди, которые могут по партиям, да, расписать какое-то вот основное. А дальше мы уже берем и отсюда плаваем кто куда и находим для каждого свою, скажем так, свой трек. Давайте «Калинку-малинку» споем все вместе, а мы вам поможем. So maybe we can sing all together «Калинку-малинку». Поехали! Запивайте, мы подхватим. Калинка, малинка, калинка моя, саду ягода, калинка, калинка моя, калинка, калинка, калинка моя, саду ягода, калинка, малинка моя. Эндрю Берковиц, Майкл Брукинс, тренер Джонс, Наталья Миллера. Секс-апилс были у нас в гостях. Спасибо вам большое. Все отлично получилось. Приезжайте к нам еще. И нас зовите в гости. Давайте дружить страны. Твой дом, твоя область. Новосибирск. 106.2 FM.